Всем привет-привет. Мы сегодня едем собить, кормить собачек. Поехали, что ли? Под Мерс, видишь, косят, да? Все, погнали. Ты кофе допивай, что ли? А я нести как буду? Я на десятку там собрался набирать. Ребят, короче, наскидывали в последнем стриме донатов. Там на 8 получилось. Мы возьмем на 10 сейчас. Товарищ парикмахерская, подстригешься. Давай, а не надо мне пока подстригаться? Нет, так она собачья парикмахерская. Пошли поможешь, Миша, я все у него несу, блядь. Ну, может, у нее еще нет таких больших, хуй его знает. Ладно, пусть молотит в грязи пока. Вас не захватывают. А зачем снимаете? У меня канал, это накидали подписчики. Не поняла. Канал на ютубе, накидали подписчики денег, чтобы я увез в приют. Так что я сейчас куплю как бы, и вот на 10 тысяч, короче, мне нужно взять собачьего корма. Угу. И можно кошачьего. Если подскажете еще приют, куда отвезти, будет вообще хорошо. Нет, не могу вам сказать. А что вы хотите сделать? Нет, что? Нет, 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 я вот просто... Короче, кошачьего 10 килограмм. Это будет 4500 рублей. Ага. И собачьего вот этого, это будет 3200. Угу. Еще что-то маленького можно будет докупить, допустим, собакам вот в банках, к примеру? Я бы это с собой машину, допустим, забрал. Вот по 180. Угу. Хороший, и да, вы такой? Не снимайте, пожалуйста. Угу, хорошо. 5 штук. Да. 80. Заберем Вольву. Таких, кто попадется, кормить. Так, еще раз всем привет-привет. Я вышел с магазина, зоомагазин. Девушка была против, что я снимать начал. Ну, не стала я, короче, какой-то конфликт раздавать, что это общественное место, то все, как многие блогеры. Ну, попросил ее, говорю, что хотя бы кадр, вот, ну, пол сниму. Так и так. В общем, ребят, что, мы взяли корм собачий. Ну, это не лентовский, соответственно. Ну, может, в ленте тоже, конечно, есть какие-то дорогие. Ну, дороговатый такой получился он. 7 килограмм собачьего и... 10 кошачьего. Еще взял вот такие вот банки, типа тушенка по 180 рублей. Но это я возьму в Вольву. То есть, когда уже буду видеть какую-то собаку, открою. То есть, вполне нормальная порция для собаки, чтобы, как говорится, насытилась она. Ну и все, в принципе. Так, дальше, чтобы не возникало вопросов, откуда снова BMW появилась, то все. В Санкт-Петербурге, Москва и Екатеринбург, по-моему, есть такие функции, руль подогревается, обалдеть. Каршеринг. То есть это подходишь с смс-кой, я не буду фирму называть, это не реклама, нажимаешь, чик, она открывается, садишься, запустил, поехал, доехал, вышел с нее, чик, и все, с тебя там взяли сколько-то там денег, к примеру. Ну, удобная функция, можно, допустим, как для тест-драйва взять такую вот машинку, но мне не понравились двери в этой BMW. Сейчас я вкратце покажу. Ну, вот такая, о, блядь. Чуть-чуть не засветил, как реклама получилась бы. Такая об этом. Рекламировать мы не будем. Короче, как типа минивенчик такой, ну высокая, прикольная машинка. Так, какие у нас сейчас дальше планы? Заедем на стоянку, надо проверить Мишин КамАЗ на то, что у него зарядка в последнем ролике. Датчик показывал перезаряд 29, там что-то около 30. КамАЗ-центр сказал, на вторник мы только записались, подцепитесь тестером к аккумуляторам и проверьте, если на аккумулятор идет ну, не больше 28, можете ехать, то есть в рейс можете еще съездить, значит это в самой панели датчик, типа, может это причина была такая уже у кого-то, сам датчик типа навернулся, а если перезаряд, тогда уже да, до вторника оставаться и гнать ее на ТО, вот так вот скажем. И сегодня, потом едем мы до приюта, в приют отдадим ваше, ну, немножко наши, чуть-чуть добавили. И поедем за Вольвой. Сегодня забираем Вольву. Пригоняем на стоянку, завтра в Москву едем. То есть все хорошо. Я что дальше-то не договариваю. Доехали мы до магазина. Ну, буквально тут сколько, наверное, по улице. Их море тут зоомагазинов. Я с пакетами выхожу, вижу, что колесо наполовину, короче, слабенькое. Я говорю, Мишка, колесо слабенькое. Я говорю, ну и нафиг, давай оставим, потом день в дороге будем, у нас, говорю, с тобой этот фарт уже сколько времени длится. Короче, Мишка пошел в соседний дом, чтобы не таскать вещи. Сейчас на поло приедет. Короче, по Питеру каршерингов машин море. Поло, солярисы,
Рено какие-то, то есть все, что хочешь. Мерседесы, БМВ. Ну вот, пеха, по-моему, стоит, если что-то там движение, либо как там, что-то 10 или 12 рублей минута. Поло там, может, 5-6, хрен его знает. Ну, реноха вон белая какая-то. Не, руль с подогревом. Первый раз у меня любят такая фишка. Руль трогаю с подогревом. Ничего такая, не знаю, я... Нет. Это когда семья уже два кресла поставил. Живет мало, и можно ездить. Все, ждем Мишу. Перекладываться будет. Мишка на беленькое едет. Посадишь. Яндексу можно сделать рекламу. Яндекс, короче, это... Все, пошли забирать. Кто вас зашкаливает? Миша пошел разбираться, стой. А? Да. Я говорю, наша с тобой это зашкаливает. Садимся в новый Поло. У нас... Ой, у нас пахнет новым. Так, руль сразу вниз, потому что я так не езжу. Опа, да сядь. Мишка сейчас будет рядом сидеть, той отбой делать, за этой смотри. И все на свете. Так, как у нее тут? На 350 рублей заебись. Постояли? Постояли, блядь. На Рено, считай, за полтинник доехали. На этой, блядь. Ладно, мы еще на Рено же прокатились. Так, все, все, погнали. Че? Куда только, ты знаешь, куда нашел? Сначала в этот, наверное, КамАЗу, но. Да? По второму. Ну да. Поехали на стоянку тоже сначала. Автомобильный канал, блядь. А может еще магазин, еще продуктовый какой-нибудь? Слушай, никогда взять. Время же есть, в принципе? Ну, может, что, беляшка? Слышишь, Поло лучше бэх едет. Продуктовый-то вот. А, так это мы в твоем районе находимся, ну, за тебя. Поэтому тут все места, знаешь, лазейки. Че, так вот, наверное, пойдем сходим. Нет. Ну давай сейчас что-нибудь возьмем тогда. Ты хавать хочешь? Я в Поло смотрю, экран даже большой. Сейчас что-нибудь возьму, короче, попить. Давай тогда. А что, у него старт-стоп тоже, нет? Нет, кнопка эта, ключ обычно. Сцепление хотел выжить. Возьми у него ту крошей. А потом, ну. Мишка там булки, короче, еще греет. А что я тормоза нажимаю, это уже ключом. Короче, Поло так-то ничего, но покупать бэушный Поло в крупных городах — это палево, потому что в основном они все из-под такси, из-под каршерингов, то есть выбрать какую-то машину — это только если новый брать. Ну и продавать будет тяжело, потому что их валом на рынке. Где Мишаня? Мы сейчас на стоянку, потому что нам к двум, там приедет дядька, по-моему, Олег его зовут или как, у него есть тестер. Мы сейчас тестером проверим зарядку и уже поедем дальше. В принципе, у нас сегодня день выходной, я уже и так отдыхаю четвертый день подряд. Так что устал уже отдыхать. Привет, Михаил. Сейчас плюс 5, ясно. Я не Михаил. 4 балла. Я Николай. Привет, Михаил, говорит. О, так тут вот, ребята, еще какая фишка есть. Тут, походу, можно с Алисой разговаривать. Ближайший приют для животных. Угу. Интересно, смотри-ка. Маршрут, поехали. Подожди, а что ты мне показала? Извините, вас не поняла. А я... Подожди, подожди. Короче, ну это... Подожди, куда она ее показывает? А, ну вот Шушары, ну сюда я звонил, здесь только одна уборщица, если сюда завезти, она говорит завтра. В принципе, можем сюда и завезем, уборщица оставим, ничего страшного, я думаю. Так, а у них, по-моему, только кошки, да? Не знаю, сейчас Мишка придет, Мишка посмотрит еще. Так, давай еще раз тогда посмотрим, где отбой нажимается. Приют для бездомных собак. Сейчас поищу. Короче, вот, Миша, она нашла везде тут. Что она везде? Приют для бездомных собак, я наверное. Что, на стоянке?
Да, да, да. Ну, приехали. Там на стоянке собака ест. Ага, и что, я еще вывалю. Вкусные чебуречки. А что они такие маленькие, правда? Дома-то что, не ест, что ли? Короче, нам что-то тут... Кузнецова ели. Ну, прикольно, да, с навигатором, то есть сел, не надо париться. Вел. Это что за чебуречки? Миша! Были. Сейчас мы этого... Ребят, у нас же здесь кореш, который наша машина охраняет. Сейчас мы его первым и накормим. Накормим, хуёво, да, фразу? Пакет, пакетики. А где у тебя КамАЗ? Где? А, вот он. А, кореш где? Бегает. А, еще там тоже вон такие, оказывается, маленькие. Что за мини-магазин какой-то? Ты не в детском был? Так, в детском мире. Два пакета на 100 рублей. Вот надо, да, кому-то выпендриваться, прикинь? Просто жесть. Где он тут бегает? Малой! Это он делает вид, когда мы приезжаем, только типа он охраняет, а так где-то спит, знаешь. Знали? Пару слов! А по рейсик можно еще съездить, потому что пускай смотрят. Не стоять же до вторника. Помощь бездомным собакам. Вдруг вокруг, вдруг вокруг он. Поехали. Быстренько. Ну, куда езжай? Ну, в сторону примерно, Шушар туда. Да нету там в той стороне, не знаю. Вот это поехали. Веди. Короче. Нет, есть вот Шушарах, что тут. Заряд постоянно. Для кошек в Шушарах твоих. Ну, тогда надо с собакам заехать. Кошкам отдай. Они не будут. Кому ты звонил еще? Харькам каким-то? Харькам отдай. Я не дочитал просто, там, оказывается, Харька, Харьков. Ты будешь звонить туда, если сначала? Да, давай позвоним, конечно. Это сначала собакам? Все, мы позвонили, едем в компанию «Друг». Ну, приютом занимается собак. Я говорю, у меня еще кошачий корм. Он говорит, можете оставить, потому что мы, говорит, бездомных кошек кормим. То есть оставим все там. Собак кормят бездомными кошками. Вот бессовестные. А, прикармливаем бездомных кошек и ими кормим собак. Короче, оставим все там, но дядька такой вежливый. Посмотрите, говорит, на собачек. У меня несколько магазинов. Пекарни. Бессовестный Миша. Все, мы на каты погнали, потому что нам ехать прилично. Нам, в общем, перезвонила девушка, мы перебили адрес, но тоже, короче, далеко. Там есть и собачки, и кошки. То есть, так что мы туда едем. Короче, минус Яндекса и Пола, что нет зарядки, некуда воткнуть шнур. Мы сейчас будем другую машину брать. Ауди. Утром на Ренохе гоняли. Потом на Бэхе. На Фольце. Сейчас на Ауди. Возьмем Ауди, найдем. По дороге. И будем подзаряжаться. Ну, поехали через центр посмотреть на красоты Питера. Приехали, даже слышно, что они там тявкают. Сейчас пойдем. Конечно, она была бы газель, а то мы приехали так. Все, мы переехали. Кот оказывается здесь. Пёсы! И с лапкой что-то у него. Чё у тебя с лапкой? Мы вам корма привезли. Чё с лапкой-то? Вот молодцы, да, люди занимаются конкретно приютом. Сейчас дозваниваемся. Что-то трубку не берет девушка. Там одна вообще без лапы. Я говорю, сейчас там подойдут. Вот идут. Такая пушистая лига. Хорошо, мы тогда просто это все передадим. Да, как-то помочь вам или как? Да, слушайте, я, наверное, донесу. Давайте сейчас с той стороны достану. Короче, кошек я не увижу. Это в рабочие дни только, да, приехать? Сегодня можете после 5 подъехать, и вас проводят, вам покажут все. Ну, пойди уж, ладно, ничего страшного. Собачек вон повидали это. Так, давайте вот этот, вот этот полегче дам. В другой раз к нам приедете. Хорошо, хорошо. Если что, приедем. Ну, кошек много, да, у вас? Слушайте, честно, я не знаю. Врать не буду, говорить не буду. Да. Так что, все. Спасибо вам. Вам спасибо. Занимайтесь хорошим делом. У вас инвалидов много, да, собак? Я смотрю, там одна без лапы. Это вам их кто-то приносит, собак привозит или сами вы? Я, честно, я не знаю, я вообще здесь как охранник, в принципе, ну, товар принять, там, людям что-то подсказать, вот так.
Я почти ничего не знаю. Все понял вас. А так вот, можете сегодня подъехать или в любой другой день. Ну, мы сейчас за машиной по делам дальше поедем. То есть, если что, будем заезжать. Да, все, хорошо. Все, спасибо вам. Все, мы поехали. Кошечек я не увижу. Ну, ладно. То, может, я кого-нибудь взял себе? Кошку? А, ну, заведенная у нас? Не слышно. Все, поехали, заваливай. Всем спасибо за просмотр. Мы заваливаем.